Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами готовим очень вкусные маффины с шоколадом и сушеной клюквой. Для этого нам понадобится 2 яйца, 240 грамм муки, 140 грамм греческого йогурта, или можно простоквашу, или можно жирную сметану, 70 грамм сахара, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки разрыхлителя. И еще нам понадобится 80 грамм сливочного растопленного масла. И самое главное, шоколад 100 грамм и сушеную клюкву. Начинаем готовить. Первым делом нам надо смешать сухие ингредиенты. Нарезаем на маленькие кусочки горький шоколад. Вы можете взять любой шоколад, можете белый, можете молочный. Разрезаем, как вам нравится, на маленькие кусочки, на большие кусочки. Можете взять шоколадные капли. Мои дети очень любят горький шоколад, поэтому я добавляю горький шоколад. Так, добавляем щепотку соли в нашу сухую смесь. Потом наш шоколад. Все это смешали. В конце добавили клюкву. Вот, пожалуйста, сухие ингредиенты уже у нас готовы. Осталось смешать яйца с йогуртом и сливочным растопленным маслом. И все потом смешать в одну однородную массу. Взбиваем 2 яйца. Нам не надо долго взбивать. Минуты 2 достаточно. Добавляем 140 грамм йогурта. Еще минутку взбиваем. А в конце добавляем растопленное сливочное масло. Сейчас смешиваем жидкие ингредиенты с сухими. Друзья, вы можете добавить еще чуть-чуть ванилина. Я решила добавить. Быстренько смешиваем наше тесто. Нам не обязательно, чтобы оно стало слишком однородным. Главное, действует быстро. Духовку разогреваем до 200 градусов. Тесто готово. Нам осталось в бумажной формочке разложить форму, залить тесто и положить в духовку. Сейчас ставим духовку, разогретую до 200 градусов, на 18-20 минут. Друзья, наши ароматные вкусные маффины готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. До встречи!